Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Винца на цоколь H7 с температурой свечения 6000 Кельвин. Артикул данного комплекта 717-600. Поставляется в фирменной упаковке комплект ламп. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы и также гарантийный талон. Ксеноновые лампы мощностью 35 Вт, поставляются в пластиковых колпачках для того, чтобы не повредились при транспортировке. Подключаются на питание 12 Вольт данные лампы с помощью стандартных проводов подключений. Блок у розжига ведут 3 разъема, 2 которые поменьше идут стандартом CAT, есть еще стандарт разъемов AMP. Это желательно знать при замене и выборе отдельно ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп подключим к блоку розжига. Подключение очень простое. Нужно подсоединить 3 разъема между собой. Разъемы индивидуальные. Перепутать не получится. Таким образом, лампа готова к подключению питания. Сейчас подключим и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Как правило, ксеноновые лампы всегда очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. В данном комплекте ламп заявлена цветовая температура 6000 Кельвин. Как мы видим, она таковая и есть. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.